13-летняя индианка совершила восхождение на Эльбрус. Она стала самой юной альпинисткой, покорившей высочайшую гору Европы. Девочка-скалолаз взошла на Эльбрус в составе группы из 10 человек, в том числе ее отца. Теперь в ее планах покорение остальных гор, которые входят в список 7 вершин. Это самые высокие точки на всех континентах. В экспедицию на Эверест альпинистка собиралась еще весной, но покорение самой высокой горы в мире пришлось отложить из-за землетрясения в Непале. Я горжусь тем, что мне выпала честь представлять Индию, и очень рада, что покорила Эльбрус, высочайшую гору в России. Я очень счастлива.